Уважаемые коллеги, приветствую в Москве столь представительный состав секретарей Совета безопасности государств-участников СНГ. Ваши регулярные встречи имеют важное значение для укрепления и развития системы коллективной безопасности Содружества. Для обеспечения суверенитета и национальных интересов всех стран СНГ. Для их уверенного, поступательного социально-экономического развития. Повестка очередной 11-й встречи содержательная и насыщенная. Вам предстоит обсудить ситуацию в регионе и в мире в целом, обменяться опытом и практическими наработками, которые способствуют более надежной защите наших граждан от внутренних и внешних угроз, наметить совместные шаги на перспективу. Мы видим, что международная обстановка остается крайне сложной, напряженной. В ряде регионов обострились застарелые и появились новые очаги конфликтов. В частности, на Ближнем Востоке, где спровоцирован новый виток палестино-израильского противостояния, от которого страдают прежде всего мирные люди. Глобальная нестабильность проецируется и на Евразию. Больше того, действия некоторых государств прямо направлены на расшатывание в странах СНГ легитимной власти, общественной стабильности и традиционных ценностей, на нарушение наших традиционно тесных торговых, кооперационных, культурных связей. Сохраняются такие общие для нас угрозы, как терроризм и организованная преступность, наркоторговля и незаконная миграция, радикализм и экстремизм, а также риски в сфере экономической, информационной, технологической, биологической безопасности. Все это требует не только согласованной коллективной реакции, но и большой превентивной работы. В том числе важно максимально полно использовать прогнозный информационно-аналитический потенциал Совета безопасности для глубокого и всестороннего изучения ситуации на пространстве СНГ и в мире в целом, для четкого определения приоритетов, своевременной корректировки соответствующих документов стратегического планирования. Уверен, что ваше сотрудничество будет и впредь служить укреплению стабильности и безопасности стран СНГ, выработке согласованных подходов к достижению общих целей. Желаю вам успехов.